Союз Советских Социалистических Республик. Граждане, ваши паспорта. Yes. Please, please. Пробка перегорела. Итак, товарищи, тише, товарищи, тише, тише. Товарищи, мы, товарищи, я думаю, товарищи, ну, продолжаем, товарищи. Бригада Захарова по 15 кубометров на человека клала. Захаровцы, они по другим стройкам,
большой опыт имею. Что ж ты мне говоришь? По-моему, все эти разговоры о Захаровской бригаде просто агитация. Да нет, это чего? Это вполне возможно, но значительно преувеличено. Молодчина, Захаров. При данной ситуации факт достижения Захаровцев является несомненно мощным. Смотри, Лидочка, он еще сравнительно совершенно молодой. Она вас сейчас на стройку поведет, это, посмотреть все. Goodbye! Oh, goodbye, goodbye, goodbye.
Вот. Переведите ему, пожалуйста, товарищ, что у нас не хватает рабочей силы. Вот. The maximum mechanization is what is wanted. Thank you, Mr. Klein. Большими трудами нам удалось обучить вчерашних крестьян и кабин. Бадюта не можете открыть. Не по ударному работайте. Рывком бери. Вот. Очень красиво получается. Да, как перевести?
Я не понимаю. Как перевести? Yes. Ударнички. Понимаете, ударнички. Вот такие, как он, как они. Ударнички. Ударнички. Словом, социалистическое соревнование. 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 Конкур. Competition. Yes. Нет, это не конкурент. Это, понимаете, ну, социалистический. I know, I understand. Yes, my good friend, I quite understand you. You mean that these people don't know how to work. I saw that at once. Что он говорит? Он говорит, что здесь... Что здесь... Не умеют работать. Что он говорит? Работать не умеет. А ты! Молчай! What did he say? Говорит он... Honor's at stake. Tell him what I said. Он говорит, что это дело чести. Да-да! Дело чести! Снял пиджак! Покажи работу! Right, come on. See? Listen. That's the trouble, my friend. You take 9 minutes to do what should be done in 3 minutes. Bad. The job has to be done in 3 minutes. Three. Bad, awfully bad.
layout of the machinery, my friend is hopeless. What do you think this machine is, a music box? Ну что ж, тут ему не Америка, а Россия.
All right, you try it. Please. Go ahead. Я не умею. The foreman ought to know how to work the machinery, even if the men can't. Tell him that. Он говорит, что начальник участка обязательно должен уметь работать на механизмах. What is that written on the banner? Что это там написано? Догнать и перегнать Америку. We shall overtake and outstrip America. Thank you.
Вась, посмотри, а луна сегодня какая странная. Круглая. Вась, а на гармонь ты играешь аккуратно. Гармонь премиальная, вот и играет хорошо. Меня вот гармонии премировали, а Захарова политбиблиотечкой и сапогами. Я хочу сказать, что, я разозлен. Я разозлен. Американец? Да ну что там американец? Что американец? Тут, брат, тут другое дело. Вот так выходит, что бригада малого стоит. Я работник, Я ж там равнять. Я работник, тоже никуда. Да. Оно вот так и получается. Вот. Вот и выходит, что ударничество, она так корой под хвост. Не так. Функционируй в своем направлении. Слушай, вот в чем дело. Тебя наша комсомольская ячейка в помощь Захарову по технической учебе выделила. Понимаешь? Захарову? Ну, Захару мы вас выучим. Будь покоен. Вася, счастливо оставаться. Вот, Маруся, мы с Захаровым эту самую Америку... Да. Догоним мы и перегоним мы, да черт ты нам!
Внимание! Товарищи, принимайте участие в утренней гимнастике! Отгиньте одеяло! Быстрее, товарищи, бодрее! Наденьте трусы! Крепче, товарищи, завязочки! Так! Хорошо, откройте форточку! Thank you.
Войдите. Ах, товарищ инженер. Спасибо, что заперли, подпросил. Удалось поработать. Удалось. Ну что, надумали? Будете выписывать машинистов из-за границы? Нет. Мы можем из-за границы выписывать иностранных специалистов только в отдельных случаях. Пусть приедут, принесут свой опыт. Мы поучимся, но проблема кадров, она не решается импортом. Дело не в импорте кадров, а дело в их подготовке и воспитании. Ну да, это вообще. А в данном конкретном случае... Вот. Нравится. Так, 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 так. Ну? Да. Вот. А учить будет кто? Вы. Ребята, а ребят, вот ребята, вспоминается мне время, ох, время, да, стояли мы под перекопом. Да. Под перекопом мы стояли. И вот тогда были некоторые ребята, которые, ну как это сказать-то? Вот были тогда ребята, которые сдавали духом. Ну вот, у них это, понимаешь ли... Приехал к нам, да, товарищ Блюхер, да. Ну и, так, созвал всех, значит, ну, выстроил, да, спрашивает товарищ Блюхер. Ну что, говорит? Да. Вот товарищ Блюхер спрашивает, значит, вперед, говорит, или назад? Мы все отвечали вперед. Вперед!
Так и теперь. Так и теперь. Наш ответ всем тем, кто нас пугает трудностями. Один. Да. Нас трудностями не запугаешь. На... Правильно! Верно! Не запугаешь! Что, мы не ударники, что ли? На учебу-то кого записать, а? Ну, ребят, ну? Давай, кто? Кто на машиниста? Учиться будет, да? На машиниста. Кто на? Ребят, кто? А, на машиниста. Ну, давай. Давай, ну. Время есть, когда учиться. На работу 1,5 часа. Обратно домой 1,5 часа. На одну только дорогу поездом 3 часа в день уходит. Когда же учиться? Учиться? Действительно, времени. Я вот как, вот что-то и оно, но времени не хватает. Заявление подписали? Двадцать машинистов выделить наобещали? Ребята, что ж мы теперь оппортунистами окажемся? Хвостунами? Почитала бы, что в ихних газетах про нас пишут. Наш корреспондент имел беседу с приехавшими из Петербурга лицами, которые были очевидцами неслыханных насилий и смерть, применяемых в ЧК. Понимаете? ЧК. Применяемых ЧК. Над заключенными, работающими на новостройках. Ну, на новых строительствах. Под угрозой чекистских револьверов несчастных людей заставляют работать ночью, под проливным дождем, бурю, запасы для жизни. Немногие выживают, более сильно сходят с ума. Ooh!
чаю. Спокойно напиться не дает. Лукин, Харитонов, запиши меня, Александрова. Ребята! Придумал! Придумал! А что мы, если из этой теплухи школу обстряпаем? А? Ездить да учить! Вот красота-то! Черт! Где же вас придумал? Дай, дай, дай! Перепелки! Я! Подождите, нет! Какая удивительная энергия у этого Захарова. Прямо жуть нам расскажут. Вы, вот, как ваша фамилия? Перепелкин. Перепелкин я. Перепелкин. Может быть, вы нам расскажете, что дальше будет? Чего вы не знаете? А? А? Подсказывайте.
Захаров, продолжай. Потом пар, конечно, поступает в паровую коробку. Вот. Вот. Движение поршня. И, конечно, ну, стало быть, достигается тем, что, конечно, конечно. Пропускание пара производится, конечно, при помощи... Yeah.
Я сам, сам, сам будет. Понимаешь ты? Понимаешь? Ведь ты нас и так грабишь. Как ты не можешь понять, что же ты грабишь? Понимаешь ты? Ведь ты и так по 6 минут бадью передал. Да еще в доску пьяной. Что? Вон у американца бадья в 3 минуты оборачивается. Тут тебе не Америка, а Россия. Что ты делаешь, алкоголик ты не... Что за отношение со стороны кочегара? Я незаменимый специалист. Вот не буду работать. Все сказали. Сами попробуйте. Не будешь работать? Нет. Не будешь работать? Нет. Ты из бригады? Стой! Теперь делать-то будем, а? Машиниста-то некем заменить. Вот и догоняй американца. Да ведь я... Становись на машиниста! Да я ведь... На машиниста, училка? Да ведь я... Погнали!
Боялся. Но чего спрашивают? Батюшка. Правда это? Правда. Нет
всяких крепостей, которых бы мы, большевики, не могли взять. Нет. Вот поэтому мы и должны догнать и перегнать американца. И Америку. Становись, становись. Ядреный парень, тебя получается. По вопросу о встречном профинплане имеет товарищ Захаров. Что ты? Обалдел, что ли? Да я же, я из этой же бригады. Вот, товарищи, товарищ мистер Клайн, у тебя на участке нам такие темпы кладки бетона показал, которые равны американским. Мы даже сразили немного. Шутка ли сказать, у человека по 400 кубометров в день бетон укладывают. А у нас едва 200. А ведь мы ударник. Считали. Стали мы рационализацию мистера товарища Клайнца перенимать, переводить на себе на участок. Пользоваться стали им, и техникой стали пользоваться. Вот и получилось, что сейчас на 470 мы кладем. На 470. Да. На 70 больше, чем у Клайнца. Клайнц, он так на 400 и остался. Вот. У нас так, одно правильное такое распределение машин и механизмов у нас сразу на 60 кубометров повысило производительность. Вот, товарищ. Затем, освоение техникой дало нам 40. Рационализация 50. Вот вам уже 410 кубометров. А еще 60 дал этот, Да я не оратор. Они продолжают его так считать. Эй, валяй, давай! Стой! Поговори, крой что-нибудь! Поговори смелее, чего там? Поговори все, что нужно! Валяй! Кто он-то? Кто он-то, ты скажи нам? Энтузиазм. Ааа!
да. Вот, товарищи, почему мы по встречному, значит, предлагаем не 38 тысяч уложить, а 60 тысяч. 60 тысяч. По тому же вопросу имеет мистер Клайнс. Дане сестро, competition, соревнование, хип-хип, хуре. Мы упорно, очень упорно учились. Я даже потерял из-за них отпуск. Но зато, зато я нашел вас. Я владел вашим сердцем. А они... Техникой. Родной мой. Ну, вы так измучили. Так устали. Не щадили себя. Ничего. Зато... Благодаря вам они... Победили. Победили потому... что сумели американскую деловитость соединить с российским революционным размахом. Вот то-то и оно. Thank you.
come back, my darling, when they're all back again on me. I'll soon come back, my darling, 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 darling. Thank you.